Hello, guys! Сегодня мы смотрим говно или последняя дискотека. У нас тут Далер Вани. Всем хай. Карлик. И Моникс. Здравствуйте, мои дорогие, любимые зрители. Ты левый чел, пиздобол. Ты тоже. Иди нахуй. Я тоже. Всем привет моим любителям маленького экстремизма, или как там Тизак говорил. Ну, нацисты. Всем привет моим любителям. Тьфу, блядь, моим маленьким любителям экстремизма. Доброе утро. Доброе. Уже полдня, блядь. Опа. Ладно, мы ничего не видели. Ритонная одежда на себя одевает, ура. В тюрьму. Почему она так одевается, как будто она сейчас работать в клуб идет? Не хватает. Не, скажи честно, так. В универ так... таком смысла нет идти. Она режет или что-то? Это... она стрелка. Мне кажется, она уже на работу собирается. Ну как? У нее очевидно, как у Бенни Старкова, понимаете? Она просто мужики... руку к лицу под это, подтянула, блядь, и из ниоткуда очки появились. Мужики, она спрашивает, ну как тебе? Я ей на я думаю, это хороший прикид для трассы. Предлагаю, пока есть время, до пар позавтракать. Стоп, а разве в универ с такой одеждой можно идти? Нет, конечно. Там если ты директору сосёшь, то можно. Ну да. Вот это наезд быстро. Ну так. Так, она выдохнула, всосала в себе кружку и она кофе. Она съела кружку. Она на всё всосала в себе. Знаешь, что-то нет настроения куда-то идти. Может, прогуляем пары? Кстати, я знаю, как сделать так, чтобы кружка осталась. Что выбираем? Что выбираем? Погулять. Ну, погулять. Пойти в универ, потому что... Остаться дома. Шлюхой, гулять нельзя, только в универ. А если мама разрешает? Шлюха? Кто, мама? Так, лучше прогулять, ну блин. Вот она шлюха пошла. Блядь. Отлично, тогда предлагаю пойти в парк. Блин, почему не на трассу? Да, согласен. Подожди-ка. Круто, как всегда. Да. Давай, в парк иди. В дверь телепортировалась, Эндермен, реально. Тебе не кажется, что на улице слишком тихо? Даже машин нет. Камбарай, вот запомните эту фразу, даже машин нет. Окей. Хорошо. Маш, ты в порядке? Мда, в порядке. Фури! Ладно. А что на тебе надето? Я в этом на стриптиз-танце пойду, еще, ребята. Кстати, видите, какие у него штаны? В рот. Ее... долбили. Да, долбили. Кто бы сомневался. Ну-ка. Кстати, а можно мне сегодня у тебя переночевать? Конечно. Но ты точно в порядке. Ну-ка. Так, надо тоже запомнить. Я тебе дома расскажу. Как скажешь. В итоге все рассказали, вообще в жопе какой-то, блядь. Так, что все-таки случилось? Я сбежал с первой пары. Там. Ты кого-то ждешь? Нет. Нет. Там, наверное, звук это как там. Там звука. Должен был быть звук в дверь. Я бы открывал. Ну, из-за авторских прав я отключил звук. Чтоб да, меня потому что не музыка. А открыть не открывать. Не открывать. Мужик, открывайте, там педофилы. Там сейчас дуло танка, блядь. Я не хочу открывать. Сейчас без вопросов бежим. Ну-ка. Круто они бегут. Кинул на пол. А теперь вопрос. А теперь вопрос, что это за хрень? Ну-ка. Материться, тварь. Серия, на 10 секунд! Открыть. Спрятаться. Открыть. Ну-ка. Самый лучший способ сдохнуть. Они прячутся. Ну-ка.
не прячется. Шкаф. Опа! Опа! Кстати, это вообще даже, это, знаете, на шкаф даже не похоже. Будут они попали в Black Rooms. Теперь объясни, что за чертовщина происходит. Ну-ка. Да ёпер... Ладно. В общем, когда я... В понедельник шла с универа, мне позвонил отец. Ладно. Когда я в понедельник шла с универа, мне позвонил отец. Допустим. Вот чё ты ржёшь? А чё она ржёт? Что у него папа есть? Она не смеется, это не видно, то, что она смеется, она просто ебала скотчеру и все. Что у нее папа есть, она ржет или что? Ну, другой причины нету просто. Я не могу тебя воспринимать всерьез в таком виде. Потому что Фури тупая. Согласен. Вас хотят прирезать, и ты не можешь нормально сидеть. Класс. Ну, эти колени поломаем, может быть, сядет нормально. У него уже колени сломаны. Это да. Нормально. А, да. А ты постарайся, иначе нам всем не жить. Почему это? Кажется, в комнате... А тем ушла, смотрите. Кажется, в комнате его нет, бежим. Да. Реально, почему она не могла именно в шкафу объяснить? Это было бы легче. Они в окно выпрыгнули. Вот она вставила бесполезный ржач про отца. А теперь не хочешь объяснить, ну-ка? Вот, да. Как только спрячемся, все расскажу. Вопрос. Так вы же уже были, блядь, в шкафу, довольно безопасное место, почему бы там не рассказать? Так он в хату зашел, он в хату зашел. Так понимаешь? В комнате его не было. Так вот вдруг он где-то именно в доме. В этом проблема. Она же... Фури подруга сказала, то, что в комнате его нету. Почему она в шкафу не объяснила? Вкратце, но объяснила бы. А вставила она вместо О эту... Ха-ха, биотет есть, ха-ха. Да, зато поржала. Куда бежать? В город? В лес? В лес. Ну, в лесу их выдолбят, так что нет. В город. В город. В лес. Я хочу, чтобы их выдолбили. Ой, блядь. Нужно идти в полицейский участок. Ну, там просто в город сказали, но про полицейский участок ничего не говорилось. Так, я вот не пойму. Что эта хуйня из себя представляет? Если за ними гонится монстр, машин, блядь, нет, то, по сути, и людей нет. Че за хуйня? Кто вам тогда помогать будет? Кто им тогда в полицейском участке поможет? Ну, это да. Purple Alice. Она будет? Да, Purple Alice, тут никто... Ты про спойлеры все козёл. Она реально там будет. Ты все про спойлеры. Я увидел. Ну, я тоже увидел, ты все про спойлеры. Мне вот только интересно, что мы им расскажем. А где она будет, в полицейском участке или по дороге встретиться, как бомжиха? Просто идём. Ну вот узнаем. Это полицейский участок? Да бомжать не похоже. Где тюрьма и где обезьянник? Я сейчас похож на офис какой-то. А вы видите, что у неё жопа сломана? Вот тут. Да. Я, кстати, не пойму... Она, типа, реально бомжиха просто сюда поспать пришла, или она здесь работает? Ну да. Если она тут работает, то почему она без формы? И почему она... хз, почему она спит рядом со столом? Под столом, наверное. Purple Penis, покажешь свой шоколадный глазик знаменитый? Реально. Мы пришли. Наконец-то, я думала, вы придете раньше. А почему вот, ты их ждала? Сука, еще одна сюжетная дыра. У них, они даже не созванивались, а Purple Alice их ждала. Да, это, кстати, да. Не, ну, знаешь, могу я могу немного топорно объяснить. А где выбор? Типа вот это Фурия могла... Да. Типа та Фурия могла объяснить, типа, мы придем в участок. А почему она зрителям, типа, не объяснила? Да, почему? Мы должны додумывать. Ну да. Ну, типа, она должна так сказать, типа, мы скоро подойдем. А сейчас, пожалуйста, без вопросов, просто молча сядь в такси. Блять, машин нет, какое нахуй такси, где люди? А сейчас за нами приедет Яндекс.Такси!
Она... А в нем будет Спартак. В космосе, блядь, Илон Маск прилетит. Ну-ка. Да вы мне объясните уже что-то, что происходит или нет. Ну-ка. Стоп, стоп. А тут объяснить. Стоп, если за ними гонится, блядь, Чувырло, нам его еще не показали, да, то, скорее всего, это Чувырло должно было заметить весь город. Или, типа, в городе живут только три человека, это Purple Alice, Милкшейк и её подруга, что? Милкшейк, её подруга и таксист! Нет, это трансформер, блядь, машина просто ездит без таксиста. Я уже сказала, мы все объясним, когда будем в безопасности. Так в машине все объясните. Реально. Пока едете. Машина сейчас быстро за секунду доедет до этого места. Можно взять картинку с интернета, там машина, все. Ну там где сиденье, все. Да, и типа внутри показать это все, да? Да-да-да. Да. Ну сейчас посмотрим, как это будет показано. Просто иди, и мы поедем. Нет, и что, надо было бы тогда этого таксиста делать. Они почему не больше, чем такси? О, подожди. А почему там, во-первых, два места? Нет, там... Это багажник. Местные. Нет, такие машины, они существуют. Там, короче, у них сзади двери нет, а надо через переднюю салон залазить. Да, надо, короче, заднее кресло убирать и залазить. Это, знаете, ну... Да, пока они туда лазили, их жрали бы, нахуй. Такси, машин, да, таких бы нету. Это, я только мужик, в Неве мы ищем сюжет в этом. Подожди, а где плюс знак такси? Так, где знак такси? Это Ахмед, он это... Владелец Яндекса. Он владелец Яндекса. Он для души подрабатывает. Видите, как быстро едет? А на самом деле они могли медленно, ну, медленно сделать, чтобы она ехала и параллельно рассказывали историю. Машина телепортируется, как она? Даже колеса не крутятся. Это да. О, мне нравится, как они идут. Одна поза. Синхронно просто, блядь, синхронно. Проходите. А вы видите, что стол выше ее? Это вообще диван. Нет, это, да, вот диван. Смотрите. Вот. Чел, это ракурс. Вот. Это просто ракурс. Ладно, извиняюсь. Я забыл. Я так понимаю, ты все еще хочешь узнать обо всем. Нет, просто так ехала с тобой. А зрителю объяснить все. А, ну да. Если честно, очень. Вот прям... Вот человек, которому очень интересно, да? Как выглядит заинтересованный человек? Это я. Просто покажите мне пенис, и я удивлюсь. Значит, когда я шла в тот день в универ... Хорошо, если за кадром покажу. Тот день в универ мне позвонила мать и сказала, чтобы я шла домой. А, быстро шла домой. Так, ага. Когда пришла, у нее были проблемы с сердцем, и что-то один раз ударило в окно. Потом Коля. А о, нахрена... Коля, а не Коля, блядь. Коля. Коля, это, я так понимаю, Коля... Коля, это, скорее всего, ее отец, либо брат, не знаю. Да нет, кто называет, блядь, этого овца по имени, блядь? Нет, можно, конечно, но привычнее все-таки отец, там, или батя, или папа, вот так вот. Да-да-да. Так что, скорее всего, либо брат, либо, не знаю, блядь, придурок какой-нибудь. Либо дядя, скорее всего, ладно, не знаю, но можно было назвать ладно, дядя. Еще... Брат еще можно брат называть там еще как-то по имени, можно еще там. Смотрите, брат, вопрос. Да, вот... братишка, ты покушать принёс. Вопрос такой. Она сначала про маму рассказывает, то, что маме плохо, а потом, что да-да-да. Коля, да? Вот. Как это должно связывать? Ну, посмотрим дальше. Потом Коле стало плохо, и стук был уже дважды. Они весь день орали. Коля и мама? Похоже, они что-то в комнате делали. Мне это надоело, я их выкинул в окно обоих. Да. С 10 этажа. После... И они я выжили. Я предполагаю, что они делали инцест. Мне это надоело. После очередного стука я два раза стукнула кулаком по стене и... А, тавтология. Да. Кулаком по стене. И побил. Вы видите этот текст корявый? Да.
Да, видим. Коля упал на пол, и его увезла скорая. Да как тут машины появляются из воздуха, что ли? Машин нет. То появляются, то их нету. Да-да-да. Да кто водит эти машины, блядь? Трансформеры. Я вожу. А, точно, я забыл. Я вожу их обратно. Смотрите, мать поехала с ним. Мать с больным сердцем поехала с Колей. Она осталась пить чай. Отличный ребенок. Его... Знаете, как в аниме персонаж там убили семью, а такой сынок там или дочку так. Вкусная печенька. Да? Ну, да. Если бы это был Джоджо референс, она бы пила не чай, а мочу Абаки. Кстати, да. А когда пила чай на кухне, увидела в окне какую-то тварь. А потом так батя встает и говорит: хотел сына, а получи, пидораса. Ладно. Какую-то тварь, похожа на обезьянку с чертовски изуродовым лицом. Она стукнула... Это Финнер, это Финнер, это Финнер. Это да. Она швыри тоже, я вспомнил. Да. Она стукнула кулаком по стеклу и просунула щелку игральную карту. И... Покер, давай сыграем. На жопу. Дурака на очко. Я ставлю очко. Ладно. И эта тварь не дает нам покоя уже 3 дня. Вот это текст. Кому 3 дня? Кому? Тебе? Твоей маме? Колей? Сейчас поймем, подожди. Она словно жрет человека, которого забирает. У Киры. Это, если что, Purple. А, да. Но нам не сказали. Кира, да. Но нам не... Сами додумайтесь, кто такая Кира. Да-да-да. Вдруг это же какой-то... точно не персонаж, который взялся из воздуха. Да, да, нет, да. Это же не Коля. Это же не Коля, да? И Коля. Да Коля там вообще легенда, блядь. Мать, это... Скоро они приехала, мать на плечо закинула и побежала. И побежала. А у Киры было что-то подобное, и карта также была. Видимо, эта тварь хочет не столько навредить, сколько поесть. Что? Она хочет тебя сожрать, это вред. Гачер весит 5 тонн, вы чё? Она наберет вес. Видимо... Так они так же толстые. Самый толстый монстр в человечестве, просто. Съел всех гачеров. И, видимо... Весь мусор человечества, если его собрать ее в 3 людей. Видимо, кормить ее должны мы. Ну-ка. На обеих картах были дамы, а за день до появления этого существа тебе начинает неистово рвать. Беременна в 16 это называется. Да, залетела по воздуху. Идите лесом. Что даже ходить сложно, когда мы вчера делали у тебя проект по истории, я видела пятно. А вдруг это месячные? Ничего. Ой, блин, у меня телефон, айфон испачкался. Блин, у меня тут на мониторе маленькое, прям маленькое пятно. Все, ты проклят. Ой. Все, ты должен умереть. Вот где она увидела пятно, даже не сказано. Да, в этом проблема. Каким способом, каким избавиться, как? Вот у него очки это, с X-Ray, мужики, с X-Ray очки. С X-Ray очки, блин. Видимо, отвязаться от этой дряни можно только одним способом. Что с тобой? С X-Ray, блядь. Она плачет. Она плачет, бедная девочка, бедная камшейка. Надеюсь, этот крестик поможет ей. Когда ее хранить будут. Крис, вчера не пошла в универ из-за сильной тошноты. Даже скорую вызывали. Блять, такая... машин нет. Кто такая Крис? Вот, знаете, сам вот, додумайся. Вот, сам. Знаете,
Вы знаете, что я люблю в подобных историях, которые создают? Надо выбирать, что, куда продвигаться. А не автор должен сам выбирать, куда идти. Ехать обратно или остаться тут и позвонить ей. Ну, едьте. Ее могут убить просто. Стоп, а в комментариях нету, типа, людей, которые выбирают, нет? Пишут. Есть. Вот, видишь? Вот, понятно. Остался. Моникс. Вот ты же шаришь за FNAF? Допустим. Но, знаешь, это как купить книжку по FNAF, потом там пишут. Разгадай историю там о нёбе Грегори. И тогда узнаешь дальше продолжение. Ура! За 300 рублей я узнаю то, что у него красные трусы. Ура, вот, стринги. Но вот я еще не понимаю этого монстра. Вот как это, он это работает? Ну, типа, блин, он видимый или невидимый? Это как проклятие или чего? Как да. Он выглядит? Да, знаете, было бы интересно показать... Ща негр вылезет просто огромный. Нет, знаете, я бы придумал такого отличного монстра, который такой. Ходит по улице, но только он виден, на кем кого он проклял, кого. Я как... нашел монстра. Как... Это уже блич. Подожди. Вот кого он проклял, они видят, его многие видеть будут как монстра. А люди прохожие будут видеть его как человека. Мужики, я нашел монстра, смотрите, я нашел монстра. Нет, как по мне, такое, для меня интересная такая вещь. Короче, говно у него тут сделано все. Послушай, ехать туда сейчас максимально опасная идея. Мы можем вызвать такси и забрать ее. Да откуда? Ахмед по всему городу соло просит. За 5 минут приедет. И вот еще, вот какие вот карты можно было придумать новые, а не обычные. Вот вы когда идете по улице, да? Вы больше такси видите или обычных машин? Вот я, честно больше говоря, просто обычных машин. Да даже КамАЗ я чаще вижу, чем такси. Да там по улицам нет никого, там людей нет. Откуда так? Кто водит машины? Я же говорю, трансформеры. Нам даже монстра не показали. Ну-ка, погнали. А прикол, она вообще его никогда не покажет. Это будет самое смешное. О, звонит Ксюша. Ксюш, ты у себя? Кто это такая? Ну, та, которая плохо стала. Ну, мы не знаем. Господи, Ксюша, Кристина. Ей просто стало плохо, и все. Что, Кристина? Так была же Ксюша, нет? Нет, я не личность. Ксюша, ты у себя? Тут все равно непонятно. Я не понял, какая Кристина? Это была Ксюша. Я хотел посмотреть, ну ладно, пофиг. Так, доставай телефон. Ксюша. Господи, Кристина, слава богу, ты жива, бога нет. Жива, только мне тут находиться страшно. Ты сейчас дома, можешь зайти ко мне, ну-ка. Можешь зайти ко мне. Ну-ка. Да, ее сожрали нахуй. За секунду. Не вздумай куда-то идти. Вздумай. Вы видите, как она телефон держит? Пальцы. А, я понял. Да. А что тогда? А, кстати, знаете, какую бы я еще бы прикольную концепцию прописал монстру? Что? Вот, к примеру, монстр проклял кого-то уже, все. Многие люди начинают забывать о определенном человеке. Ну нет, должно быть какое-то прям жесткое действие, чтобы они бежали прям, чтобы освободиться от монстра. Так. Они постепенно, алло, а потом на автобусе она сейчас доедет, потом они на такси к ней подъедут. Так, не, если вот, к примеру, монстр убьет, она пытается как-то сказать, типа, похоронить ее, а ее никто не будет знать, и вдруг подумает, что это она убила. Посмотрим. Звучит неплохо. Ну да, это вот, это моя... Она не додумается. Вот именно, она, знаете, прикол посмотрит на это, именно это видео, потом сворует все. Да. Значит так, сейчас садишься на 13-й автобус, он будет через 20 минут. Едешь до конечного. Какие автобусы? Нет людей! Нет машин! Сначала Ахмед такси, потом автобус. Да. Потом автобус нашёт, а потом самолёт. Мужики. Это. Ахмед работает везде, как, ну, из кролик, вумен, это, и свинки Пеппы. И свинки Пеппы, да, у нее она и там...
и кассир в магазине, и кассир в зоомагазине, блядь, она везде, короче. И на самолете летает, везде просто. Она там пожарный, полицейский. Полгорода заменяет. Она еще и космосом управляет, она еще и Карса заменяет. В она еще и мать. Ага. И знаете, вот так. А вдруг еще этот Ахмед еще и Данте одновременно. Вдруг он там еще там с братом своим сражается, Абдюном. И шашлыки жарит. Да. Мне интересно, а их типа это бесплатно довозят, я не понял, или что? Потому что не было то, что денег. Не бесплатно, мужик. Га-га-га. Ахмед и Абдула. Два брата навсегда. А ты думаешь, почему они так быстро едут? Ну, естественно, два же полудемона. Так, входишь за три остановки, а выходишь за три остановки, не перепутай, там будет кладбище. Это намёки. Мама, привет. Папа, бабушка. Деда, дед, не надо, я не смотрел аниме. Боцар не надо, боцар не надо. Не перепутай. Вот это читай. Я придумал сюжет. Гайрова не помог. Не перепутай. Почему мы как зрители должны додумывать, почему? А, соси. Мы лучше придумываем сюжет, чем она. Мы даже монстр придумали, лол. Это надо... Мужики, это надо думать, вы чего? Думать что? Она не умеет думать. Верю. Вот знаете, я вот все-таки предполагаю, что она же фанатка, это как там, Салли Фейса. Ну да. Ну вот, я проходил немного, и там был демон. Я предполагаю, что она именно этого демона возьмет из Салли Фейса. Демон и андроид. Я думаю, нет. Нет, я уверяю. Сейчас посмотрим. Если она же фанатка. Если монстр будет говно, сериал весь говно тогда. Я так думаю, она не играла даже в Салли Фейс, она просто прохождение смотрела, или, ну, максимум фанфиков начиталась и все. Нет, он вроде на телефоне есть, она могла пройти. На телефоне. Ну, вроде это какой-нибудь чел, который пранк на весь город сделал, например, Мистер Бист. Я скину на вас 250 тонн тротила. Подождите, сегодня мы устроим челлендж, мы возьмем трех школьников и подкинем карточки и разобьем окна, потом устроим родне сердечный приступ. А потом на больницу скинем 250 тысяч тонн тротила. И посмотрим, кто выживет. И после этого я поеду снимать в Кыргызстан. Ура. Давайте, я читаю, дайте мне читать, мне сюжет интересен, дайте мне читать. Там будет кладбище, пройдешь через него и выйдешь к лесу. Там тебя встретит кто-нибудь из нас. Запомнила? А не легче вам троим поехать? Так, блядь, а не легче ее на остановке возле кладбища встретить? Разве нет? Нет, мужик, так неинтересно. Нет. Легче троем приехать, скажу так. Смысла нет разделяться. Монстр просто может вас по одному захреначить. Ладно, если вы по два будете разделяться, по двое захреначить, и все. Ну, одну будет есть, другую выкипит. Знаете, самое тупое из тупых клише там в хоррор-фильмах. Разделяться. Ну ладно, там по двое хотя бы разделяться, смысл есть. А по одному разделяться? Нет, реально, она взяла самое заезженное клише. Вы чё, ребята, мы же в Скуби-Ду, вы что? Ещё вопросы, ты дома? Ага. Ещё вопросы, дома? Да, что? Значит, берёшь необходимый... я не могу уже это читать. Читайте за меня. Значит, берёшь необходимый минимум и садишься на автобус 13-й, не перепутай. У меня уже голова плавится от этого. Может, надо после 13 ставить запятую? Не? Да, после 13. Да. Она не очень, блин, она коза. Знаете, она себя строит гигачадом грамматиком. Я, кстати, заметил, потом. Смотрите. Вот тут она нормально, видите, отступает, а тут... Да. Не додумалась еще. Ну, ладно. Ну, блин, челик, это не очень вопрос. Ну, простите, она с текстом не может справиться. Простите. Я надеюсь, что она нормально отреагирует на это видео. Так вот, последний вопрос. Ты не замечала или, может, находила что-нибудь странное?
Только карту червовой, а, дам с крас... Что? С красной краской на краях. Ну да. С красной краской? Она ебаный неуч. Забейте. Черной, дамы, блядь. Ладно. Ёб твою мать. Червивой вроде. А, я этого не заметил. Я, кстати, не пойму, типа, в чем рофл красной краски? Краска, она же, типа, у нее цвет более насыщенный, чем у той же крови, у, я не знаю, красной чернильной, ну, чернилы, красных чернил, блядь, тех же. Ну, и она девочка, она не шарит, она ваши ремонты не делала, она знает, как пить хуй. Не вздумай ее потерять. Бери с собой, ну-ка. Поняла. Все, я выхожу. Только ради бога, осторожно. Хорошо. Бога нет. О, телефон красный. Это она карту скинула. Так. И что сейчас делать? Она два текста в одном кадре. Это нормально, это было до этого, ты просто не замечал это, а я видел это все. Вот ж... Я просто так делал, чтобы это, я успевал читать эту хрень. Так вот, только ждать, когда она подъедет, там кто-нибудь, а кто-нибудь из нас ее встретит и все решим, ну-ка. Я вспомнил, как ты мне One Piece озвучивал. Да. Че... Чарльз? Что? Чарльз. Она казах, бля! Чё такое, чё? Смотри, так смотри, переход. Опа! Ты точно пойдешь одна? Опа! Там... И там, это, надпись... Чарльз 30 минут. Что она 30 она минут делала? Она будто улыбнулась или что, блядь? Она это, баня, этот косу сделала из волос, короче, блядь. 30 минут? Да, 30 минут она это делала. Моникс. Ты посмотри, как она написала через. Да, я увидел. На казах, вы не понимаете. Ой, да, блядь. Я не допущу, чтобы с кем-то из моих близких что-то случилось. Так она тебе не близкая, блядь, вы не сестры. Удачи. Опа, пацаны, там это еще хуйня была, видели? Какая? На моменте там, блядь, на сжатие было эта хуйня. Во! Да. Во-во-во, все увидели. Удачи, блядь. Спасибо. Да, Крис. Это... Сюш, я заснула. А, заснула и поехала. И проехала остановку, где вы? Как ты проехала... Как она, блядь? Тебе говорят, да. Очень важно, срочно. Ты должна очень приехать. Я сука, поспать. Какая же у нее подруга некомпетентная, просто пиздец. Я заснула, блядь. Вот смотрите, она прогуляла университет. Да. Ну и проспала остановку. Да. Я говорю, ей, блядь, по телефону говорят, слушай, это очень важно, это прям очень важно. Смерть это или очень жизнь? Важно. Она потом звонит и такая, я проехал остановку. Три остановки, три. И спрашивает, три. Где вы? Три остановки, три остановки. Как она такая? Она проехала остановку. Как? Она проехала остановку, откуда она тут взялась? Этот, как, я не понимаю, как в этом мире работает автобусы, остановки. И где люди? Это логика Спилберга. Люди есть в автомобилях, но нет на улице. Да. Классно. Люди слились с автомобилями. Три остановки, три. Как можно было проспать? Три нет, остановки. Она проехала остановку одну вроде. Сейчас она она уснула. Проехала остановку. Остановку. Где вы? А в этом же кадре она, наверное, просто со скоростью Соника прибежала. На пропущенную остановку прибежала в лес и ну-ка продолжу видео. Это кладбище, чел, это кладбище. Ну кладбище я тут не вижу. Но на кладбище прибежала. Не, вот, смотри, видите, смотри, там такой путь, дайте я объясню ему.
Там такое будет, через кладбище в лес. Они в лесу сейчас. Они... Ладно. В этом. Ну, они договаривались встретиться в лесу. Более-менее понял уже все. Вопрос. Она, она проехала. Да. Она типа говорит. Проехала остановку, но как-то добежала до кладбища, пробежала кладбище и встретилась с милкшейком в лесу. Ну, окей, допустим, там другой путь, но все равно ей надо бежать 5-10 минут, как минимум. Потому что остановки близко не будут стоять. Нет, там пробежала, и дальше будет. А, она могла и далеко уехать. Там да, неизвестно, потому автобус. Что там неизвестно, как далеко остановки. Бежать домой, а чего она злая? А нахрена оставаться в лесу? Бежать домой, а что произошло? Да. Так, сейчас даже... идешь прямо и увидишь. Вот, это знаете, монстр, надо... что ли? Знаете, надо было хотя бы... Знаете, надо хотя бы объяснить, сейчас кто посмотрим. Это. А ну так. Что там, сейчас... блядь? А, побежали. Это а, бежали мон... к речке. Это типа и дом, что ли? А чё она испугалась её тогда? Почему он... А вы почему здесь? Ей... Надо продумать было этот момент. Я не понимаю, она это... Сделала это, сейчас эмоцию вот этой говноедки Киры, как будто она ща монстр будет. И Кира на самом деле на остановке еще. Как будто так было. Мы все просрали. Все, это сюжет FNAF, сюжет проебан. Ты почему одна? Где Крис? Где Крис? А вы почему здесь? О, сейчас стрелочница, понятно. Это да. Нет, я все-таки надо было додумать тот момент. Вот почему она побежала? Ну, могла там хотя бы... Подождите, подождите. В дом заявилась полиция, и мы смылись через окно. Так все. А разве полиция, она не должна окружить целый дом? А мне не кажется, что Purple Alice работает в полиции. Или она просто... Она не работает, она реально там просто пол буфета сожрала, залегла спать под столом. А потом вопрос, нет, другой вопрос, другой вопрос. Откуда полиция? Людей нету. А полиция есть. Машин нет. Ты быстрее людей найдешь, чем полицейских. Пиздец. Ой, ладно. Она осталась у леса. А почему? Почему у лесу? Где, подожди. Может, а, у леса, я неправильно прочитал, извиняюсь. Нормально. У нас, мы это смотрим уже 40 минут, у нас у всех голова уже плывет нормально. Ну, сколько нам серии осталось? Ну, немного еще. Да, немного еще. Да, да! Ура! Да, о, нет, блядь. Не надо никого искать, сейчас главное, чтобы нас не нашли. Наркопритон. Так, подожди. Слава богу, живая. Бога нету, бога нету. Что-что? Я вообще... Она в ногу в неё втыкает, блядь. Втыкает, то есть. Не, они бежали вместе, она от неё почему-то убежала. У неё спрашивают, почему её нету, и что она осталась в лесу. Что? Ну, вот эта девка, Ксюша. Это я пытаюсь задуматься. Притом у неё было тогда злое лицо. Да, я подумал, что это не Ксюша, а какой-то монстр, ну, в обличье. Это монстр под видом Ксюши. Такой я сюжет хочу узнать, как монстр выглядит. Ну, в принципе, если изуродовать лицо, то оно будет похоже на обезьяну с изуродным лицом. Да-да-да. Ксюша права, сейчас необходимо придумать, где спрятаться, ну-ка. Ближайшая деревня, заброшенная больница. Ну, действительно, заброшенная больница, классное место, чтобы спрятаться. Не, знаете, эти два варианта бывают, ну, 50 на 50, ужасные могут да, быть. Да, тебя дед может дробовика грохнуть просто. Не, к примеру, деревня может быть заброшенной. Не, да вы там жилая деревня. Там бы так... было бы написано, типа, заброшенная деревня. Я думаю так. Ну, хотя, я надеюсь. Да нет, такого не бывает. Если где-то вдалеке, там такого не бывает. Они в заброшку идут. Значит, есть тут одна больница заброшена. О ней никто не слуху. Нахуя им идти в больницу, блядь? Лечиться. Вот, знаешь, в этом и проблема таких сериалов, где надо выбор брать. Чаще всего за автора выбирают. А автор должен продумать там в начало все. Да.
Они додумывают все на ходу. Короче, весело. Да. Давно. Вариантов у нас все равно нет, так что я за. А ты деревня? Чё, кончил? У него было два варианта целых. Сказать полиции, что за вами гонится маньяк? Нет. Пойти заброшенным в больницу? Нет, реально, больница — это самый наихудший выбор, куда пойти. Я говорю, они наркопритон сейчас там устроят. Вот это как... Карлику сказать так, он же любит там ходить там по заброшку, так сказать. Пойдем на фильм «Барби», он же будет отказываться. Потому что не хочет мило видеть, он хочет видеть наркотики. Да, колоться, бычки докуривать. А неправда, неправда. Ладно. Да нет, я про злого карлика, а не про доброго. Вариантов у нас все равно нет, так что я за. Я на «Барби» хочу. И я тоже, ну-ка, тогда веди нас. Смотрите. А это не деревня, а заброшки никто не знает. Все забыли про нее. Откуда вы знаете? Ну да, огромный заброшенный объект. Там школьники нет. А, да, людей тоже нету. Я забыл, извиняюсь. Опа, она взяла картинку из интернета. Ну это понятно. Ну как говорится, чувствуйте себя как дома. Чувствуйте себя как дома. Не, лучше бы деревню выбрать. Хоть там может быть дед с автоматом, но все равно это будет куда лучше. Да, можно какой-нибудь бабке забежать в дом. И... Нет, ну там, если честно, там шанс 50 на 50. Ну, заброшенная больница 100% опасность. Да нет, 100%. В деревне это всегда есть какая-нибудь добрая бабка. Не, все равно. Там, может быть, там какая-то деревня с сектой. Короче, все бывает. Ну, я тут говорю, 50 на 50 шансы. 50 на 50. Да, не... Хотя тут может все что угодно в этом сериале произойти, так что... Так я и говорю, 50 на 50. Хоть там хуй живой будет. Странно, что ты уже себя так чувствуешь. Ты тут уже была? Нет, она... Так. Ладно. Откуда она знает, интересно, об этом? Кололась тут. О больнице, интересно. Да, бывало. Бывало. Кололась, блядь. Эту клинику закрыли из-за того, что тут несколько людей. Ну, дописывай, ладно. Но она троеточие поставила. Ну, вы поняли, ну, вы поняли. Ну, я не понял, я не понял. Кря. Не, может, там, ну, там можно все что угодно придумать. Детей любили, там, Лизагу пришел. Странные здесь палаты, да, и кабинеты, и доверие не вызывают. Правда, что ли? Ах да, у нас же не было выбора пойти в деревню. Мы же тупые, мы пошли в больницу, блядь. Да, где на нас плитка может упасть, ну да. Да-да-да. Потому что это психклиника. Понимаешь, они как бы сами выбрали больницу, и теперь сами сейчас жалуются, то, что тут неприятно. Они домой пришли. Это... Психклиника. Да. Вот просто, вот останови. Моя реакция. Знаете как? Ты просто это не видно на видосе, забей. Знаешь, это знаешь, как офнику так, который смотрит на меня и говорит, фу, что за параша. Зачем я это смотрю? А потом продолжай смотреть. Да-да-да-да, во! То есть ты притащила нас в психушку? А тебе не посрать, какую ты больницу идешь? Это заброшка. Ну все любят заброшки, в любом случае, это интересно. Ну, вы сами выбрали. Ну ладно, зрители выбрали. У вас зрители. Идея получше? Деревня. Деревня, вот. Деревня? Нет. Нет. Автор забыл, что там была деревня. Ты серьезно? Тогда предлагаю подняться на второй этаж и переночевать в одну из палат. Это... Камшек, ты гений? Или... Почему вы не можете выйти на дорогу, заказать себе такси и просто себе оформить номер, в отеле? Значит, там автобус, такси. Вы можете себе купить, позволить? А скинуться четвером не можете. На номер в отеле. На одну ночь. Нет. Мы будем спать, где
это, психи сидели, где это, наркотики лежат, ну, шприцы. Где мужик, походу, ходит, я не знаю. Сходить к бабушке в деревню. Да. Не-не-не-не. Ой. Пойти к Даниле, ну, это, к тому самому Даниле. Поддерживаю! Чего? Поддерживаю. Сейчас, можно договорю? Пойти к Даниле, который сделал My Cry, чтобы он тебя защищал? Нет. Пойти к демону, который тебя 100% в случаях убьет. Yes. Гащеры не знают, что такое Devil May Cry, они шарят. Ну, они шарят. О, ну да. Да. Ну, понятно. Кому подсасывают тут, да? Этот диван явно же не обоссанный. Да. Тут шприцы явно в нем, в этом матрасе нету, явно, по-любому. Явно. Бежать. А что произошло, типа, бежать? Типа какой-то это. Ну, у нас звук выключен, потому что там АП-музыка, да? Там, по-любому, какой-то шорох, и они все проснулись. Все. Ну, блин, действительно, это же заброшенная больница. Тут же точно никого нет. Ну, прям точно никого нет. Не, я лучше бы пошел бы к больной бабке. У него хоть побезопаснее будет. Скорее всего. Она хоть больная? 10-й серии нет, да. Точно. А, нет, вырезано, хорошо. АП. Так, предлагаю тут не задерживаться и сваливай к чертовой матери. За что, мама? Моя мать не трожит. То есть ты предлагаешь просто так оставить ее умирать? Подожди, а почему автор не может перезалить 10-ю серию? Соси. Потому что не выйдет. Соси. Потому что иди нахуй. Я предлагаю способ выжить. Если тебя он не устраивает, то я не виновата. А кто это говорит? А, это Фури. А, слушай, у меня вот вопрос. Да? А, они на разном уровне стоят, я понял. О, ну тут понятно. А ее не устраивает, типа, это закон рисования не устраивает. Это типа объекты, которые они, по-моему, должны на заднем фоне стоять, они должны быть меньше. Они наоборот. Забей. И плюс, тебя, знаете, я вот не верю в то, что она умерла. Ну, не верит. Ну да, красное платье. Но вдруг это она просто так оделась. Ну вот в колготке, ладно, могу поверить более-менее. Мы не знаем, вдруг 10-й серия, ну, они хотя бы пульс проверили, что-то проверили. Мы же не знаем АП. А вдруг это просто такие колготки, такие особые, которые красные и потом белый идет? А вдруг она в соке? Сок пролила на колготке? Может, это месяц. Нет, это особые носки такие. А то, что у нее на лице, это кетчуп. Я не понял. Нет, это даже не кетчуп, это просто похоже. Это очень похоже на просто грязь. Не, она красного цвета. Я не позволю ей просто так умереть, а ты можешь делать, что хочешь. Вот, знаете, но все равно... Надеюсь, в 10 серии она хотя бы добавила ту фишку, типа, что они испугались. Они вот так, типа, о, ну, труп, ладно. 11 серия, до сих пор монстра нету, класс. Да. Я тоже не хочу, чтобы она осталась здесь. Она тоже человек и не заслуживает такого. Чего? Ну почему? Чего такого? А может, она это просто спит? Я тоже остаюсь. А если... Подожди, если они сообщат в полицию, то... Их посадят. Кроме их в больнице никого не было. Кроме... Они будут самые первые подозреваемые. Это да. Ну да, кстати. Так, думаю, тебе сейчас лучше найти способ отсюда выбраться и укрыться в безопасном месте. Натравливать. А если, даже кстати, стопа... Вот, Моник, смотри, даже если там кто-то будет, они все равно доказать не смогут. Да. Нет, даже если они полиции про монстра скажут, полиция посчитает, что они просто ебанутые, в обезьянник закроют. Нет, смотри, они психбольницы были, обкололись, это как минимум. Это да. Мне интересно, если они до сих пор в психбольнице, то какого хрена в заброшенной психбольнице работает свет? Они что? Это хрен знает, что это. Это, походу, отель! Что? Нет, я предполагаю, что это как...
Я, знаете, предполагаю эту локацию из как либо в самой гаче, либо же из Данганронпы. Нет, мы про сюжетное значение. Так я говорю просто про Данганронпу. Там же примерно похожей стилистики была комната. Ну, короче, это какой-то отель, одним словом. Да. Ваше решение. Надеюсь, у вас получится. Если что, то я надеюсь, что смогу помочь. Она просто киданула всех. Ну, он просто съебал, понятно. Мужики, за ней монстр гонится, то зачем разделяться? Мужики, 11 серия. Стоп. Смотрите на ходьбу. Жестко. Подожди-ка, что? Они даже не проверили пульс, когда в 10 серии увидели. Походу, нет. Думаешь, она все еще жива? Ну, знаете, нет, как... Знаете, как... Она очнулась. Я уже ничему не удивлюсь. Только интересно, как вы сюда попали? Прости, но сейчас вообще не подходящее время. Ля. Для чего? И чё ты? Что? Окей, я согласна на все, только уведи меня, прошу. Если монстр все-таки был, то почему он ее не сожрал сразу? Ну девка или так убил? Налегке побежала. Нормально. А где четвертая, блядь? Она свалила, она свалила. Пятая, Бури, пятая ушла. Нет, дайте ну смотрите, мужики, она ей помогает, за руку держит. Еще один этот суицид. Наоборот, милкшейк должна вести эту девку. Да. Помогает, так сказать. Так она же всемогущая. Тогда лучшим способом будет дать дёру. Ну-ка. Через какое-то время. Знаете, что еще? Вот монстр, почему он ее не убил, когда... Мы она не там знаем. Ещё... Ну, потому что сожрать идеальная возможность. Мужики, она пишет просто через какое-то время. Это могло пройти год, месяц, понимаете? Да. Неделя. Неделю ходить. Хотя бы написала это спустя, ну, допустим, 2 часа, как они убежали оттуда. Блин, ну почему ей до сих пор вот этой девке по... Даже не знаю. Ну, вот этой вот, которую подняли, блядь, из лечебницы. Да-да-да, вот это вот. Почему ей до сих пор ботинок не дали? Она по сути, босиком бегает. Ну да. Ну хотя бы не подощи. Ну, хотя она идти может. Камшейк, поделись, ты и так зомби. Но только у него окровавленные культяпки. Культяпки, блядь, почему ей не дали ботинок? Да, у вас босые ноги, ладно, вы заболеете, у него ноги откажут скоро. Камшейк, поделись ботинками. Ты и так в зомби. Без ботинка там ходишь. Я так понимаю, ты знаешь, от чего или кого мы бежали. Ну-ка. Пожалуйста, я не хочу снова туда возвращаться. Пожалуйста. А это она не могла сама убежать оттуда? Не. Она инвалид, значит, ну ладно. Видели, как она с легком побежала, да, потом? Ну да. Я, знаете, всё-таки есть предположение, что это она монстр. Симулянтка просто. Посмотрим. Не, знаете, да. Знаете, а может у нее какой-то контракт, поэтому она не сдохла с монстром. Типа, я тебе буду проводить людей, но не убивай меня. Подожди-ка, знаете, вот, к примеру, вот, если монстр бы мог так сделать, поступить, вот так заключить контракт и, типа, понарошку ее убить. И, типа, вот так. Ну, не убить, а покалечить. Да. Он ее покалечил. И отключить пульс, вот так. Потом, когда у нее проверяют, все, у нее не работает пульс. Нет, невыгодно, невыгодно. Надо, чтобы ее нашли, чтобы он за ними шел, и потом их всех сожрал. Пожалуйста, я не хочу снова оттуда возвращаться. Да, мы это прочитали. Это только уже, давайте продолжаем. Нет, знаете, чтобы вот так им под менталку подпортить, это первое. То, что нельзя доверять людям просто, которых ты нашел в отеле. Нет, менталку так подпортить, это идеально было бы. Ну, чтобы внушать страх хотя бы какой-то. Они могут потом после этого сомневаться в каждом. В
Purple Alice, вот Ксюша, то, что каждый может их обмануть, в этом проблема. Типа, я вот не понимаю. У меня еще вопрос возник. Ну. Вот это ее же спасли, по сути, в отеле. Да. Где люди в отеле-то были? Где? Мужик, они это... Brawl Stars играли. Почему полицию никто не вызвал? Она же должна была издавать, типа, крики, визги, стоны, нет? Так они в лесу были же. Так они потом в отель какой-то зашли, ты видел? Так, это больница все было. Но это тупая локация. Да больница так не выглядит. Это отель. Я... Ну, скажите... Почему в заброшенной больнице свет и работающий лифт? Ну, это ошибка автора, я так скажу. Нет, ошибка это отель. Автора. Это уже отель. Я думаю, это отель. Выглядит... Ну, и... да. Она не настолько, чтобы картинку похожую не найти. Ты больше туда не вернешься. Ты остаешься с нами, правда. Это тоже не лучший, не хороший вариант. Короче, пофиг. Мы... Так скажем, сами не очень-то в безопасности. Знаете, какое было бы, можно еще клише бы вставить? Ну. Если бы персонаж бы начал какой-то рассказывать много о себе, значит, он умрет. Вы тоже, когда человек это просит вас это не вести в место, где ему было плохо, говорите, что с нами не лучше, да? Ну да. Карлик, ты тут? Что угодно, лишь бы не назад. У меня есть идея, правда? У меня есть идея. Ну-ка. Ну. Рассказать, попытаться повернуть все. А, провернуть. Провернуть. Все самой, ладно. А нам как зрителям, типа, не расскажут, да? Нет. Ну. Ведь обе знаете, что в универе будет танцы по случаю Хэллоуина. Ну-ка. Так. И блять, мы... по сути, они же в России, а в России не отмечается Хэллоуин. Так какого хуя он отмечается у неё в школе? Ой, извиняюсь, в университете. Это да. Не, может, это она так говорит, типа, американская школа, это для нас перевели, для плебеев русских. Не, может, там. Они в Америке, плебеев. Может, они в Америке. Мы ж не знаем, где происходит действие. Не... Хотя так, деревня. Кто говорит деревня в Америке? Да, не надо. Ладно, плюс там автобусы там вообще, ну, не такие, думаю, будут. Не развито, как... не развито, не развито. Так что это Россия, походу. Да. Предлагаю откупиться этой твари. Подозрений на нас не повесят. Мы все. А, то есть вы хотите ее просто продать, да? А, то есть они в жертву сейчас принесут и будут спокойно спать дальше. Так, они уже покажут себя как ужасные персонажи. Вот нахер им нужно сопереживать? А, нет, они хотят... Что? Подождите. Нет, они хотят... Я понял. Прочитайте всё. Ща. То есть ты предлагаешь скормить этой твари всех учащихся, ну, в университете на танцах? Да, а, то есть они хотят, чтобы спасти свою жопу, они хотят отдать на съедение другие жопы. Ну, людей гениально. 40-50, нет, знаете, а чё? Знаете, они, это уже показывает как ужасный персонаж. Да. То есть уже переживать ему нахрена, зачем? Это лицемерный персонаж. Это да. Классно. Вот она хочет... Я вот, знаете, под задумки думаю, что она хочет сделать своего персонажа добрым и таким хорошим. Но это поступок... А в итоге в жизни она хуйло, который может пожертвовать всем ради своей жопы. Ну, в итоге... Ну, этот персонаж прям... Не прям хороший. Лучше, знаете, все-таки надо было вашу задумку было принять. Типа, что она будет там в контракте у того демона. Да, лучше да, вашу да. задумку. Есть еще идеи. Экзорцист тут вряд ли поможет. Допустим. Что да, угодно, башу. Лишь бы не возвращаться в тот кошмар. Скажу так, если похуже могут встретиться с ситуацией. Ну да. Предлагаю сейчас побыстрее добраться домой, пока есть возможность. И мы доедем на Яндекс.Такси, когда в городе нет машин, нет людей. Юнайтер, ты же помнишь, смотрел там видео Мистер Биста?
Какой именно? Ну, там, которое новое выходило. На плоту. А, ну, да. Ну, вот он говорил, что это самое ужасное было у него. Это самое потому ужасное что... у нас. Притом он 2 дня был в Арктике, там, в гробу. Да, он везде был, почти. Ну вот, ну, у мистера Биста, да, было ужасное место прям. Пожалуй, да. Ща поедут. Ну-ка. А, ладно. А, то есть ей дали сейчас одежду, ну, наконец-то. Ну, они ж не дома были, откуда у них одежда будет? По факту, да. Не, можно было бы ну, дать по факту можно со себя, вон, себя что-нибудь снять. Да-да-да. Ну, да. Там же на них просто дохренища одежда. Да, да. Давай теперь у посмотрим. У нее тонна одежды. Ну да, да. У него, да. Вот, да. Вот у нее кофта. Во, курточка, курточка. Ну, я, ладно, это кофта, но все равно мне удобно курточку скатать. Она бедная, ее держали. Они, наверное, еще поздно. Кстати, вот рубашка есть у Ксюши. Вот да. Эта черная, да, черная. Да, да, да. Почему бы ей не дать ее? Или да. Кофту эту. Как ее? Она... Я не помню, зовут Камшейк. Камшейк, да. И резко... Почему эта одежда похожа, как будто она сидит в психбольнице немного? Потому что ее изобрали из психбольницы. Надеюсь, да, одежда заброшу. Пойдет. Сегодня лучше отоспаться, а завтра все решить. А то есть она какую-то рандомную девку в своем доме, ну, не будет за ней смотреть, она у нее, она будет спать, а это может ее бам-бам-бам прирезать. И все. Спасибо. Ну, я уже, кстати, то, как она показала, я не доверяю взгляду уже. Тогда, если что, я буду на кухне. Посудомойка. Подождите, это анимация была, подождите. Типа она кивнула. Что? Анимация! Нет, я не верю. Нет, я могу. Пацаны, это фотошоп, поверьте. Смотрите, смотрите. 12-я серия. На ходьбу. Ну, никак не помню. Знаете, но я все равно не доверяю, как она показала персонажа. Прям вот как показала. Она такой припугла, блядь. Вы видели? Подождите. У неё шарфа, кофты не было. У Purple Alice. А как? Где она взяла одежду? Потом фиолетового цвета где? Ну ладно, пофиг. Так, так, так. Ксюш, ты уверена, что что-то вообще получится? Ну-ка. А, принеси в жертву. Ну это да, я понял. Если честно, то я вообще ни в чем не уверена. Но вариантов у меня больше нет. Блин, принести в жертву целый университет ради спасения сколько? 4 человек. Да. Нет, 5 даже. Я просто не считал ту... Нет, я, знаете, я ей не доверяю. Я ей так не доверяю. Кому? Из? Девки, которую спасли. Ну-ка вариантов же. Ни у кого больше нет. Так что из 2 зол нужно выбрать меньше. Ну, потому что, знаете, она как-то идеально выжила. Прям идеально. Ну, да. Вы ее подобрали. То есть ты за... Я не за и не против. Если бы еще хоть какой-то вариант, я бы даже не рассматривала твою идею, но их нет. Окей. Дело за малым. Придумать, как заманить эту тварь в нужное место. Они реально хотят, ну, 50-40 человек поубивать. Знаете, надо было бы идеально вот так. Кто-то... Знаешь, я так думаю, 50-40 человек, это ты очень мало, как бы... Ну, да, назвал, потому что целый университет, нет. Огромный университет, Хэллоуин сходка, я так думаю, там человек, не знаю, человек 200 должно быть. Ну да, человек 200 тогда. Знаете, было бы идеально так. Это кто... бал и еще это, Хэллоуин. Борта. Можно договорить? Да-да-да. Вот, к примеру, было бы идеально такой показать. Пример, типа, вот так, проклял, кого демон проклял, ну, та себя принесет в жертву. Ну, это как... Ну, нет. Есть определенное время, то это как там... То если она не... Ну, он, она не избавится от этой чумы, ну, как это, проклятия, то какие-то дебафы, и она постепенно умирает, умирает, умирает. И с каждым днем этот дебаф увеличивается. Нет, так, жертва. Типа, она лучше себя принесет жертву, чем все умрут.
Очередная безумная идея. Не совсем. Идти одной, идти вместе. Это конец? Знаете, это уже бы показал бы ее там какого-то героиню как хорошую. А не мужики, та, которая принимала мужики, всех жертв. Мужики, мы почти... Ура! 14... Скоро конец досмотрим. Одна серия осталась. Ладно, две серии осталось. План должен сработать. Ну, думаю, сейчас нет. лучше. Ладно. Ладно. Не очень, как обычно. Нет, у нее вот не дописано. Ну вот не очень. Хотя бы на пару часов. Казах, блядь. Если честно, то я согласна. Очень спать хочется. Лечь, я понял. Классно. Лечь в грубик. Если на пару часов, то можно. Надеюсь, все получится. У вас какая-то рандомная девка дома, и вы спокойно ложитесь спать. Так, стоп. Я не понял. Я не понял. Короче, они дома у камшей. Что? Purple Alice. Да. И Milkshake. Целую, не знаю, целый день и целую ночь шлялись где-то хуй пойми где, блядь. Куда смотрят их родители в этом сериале? Они приемные. Куда, блядь? Так, родителей нет у них. Так, у которых фурии родители заболели. А Камшек приемный, у Камшека будто родителей нет. Что, нет родителей, что ли? Я не пойму. Или где они? Ну, Камшек как будто одна живет. Родителей нет. Она же в университете живет. Учится в университете. Короче, тут мы пытаемся разобрать в том, что сам автор даже не придумал. Да. Вот есть 16. Я в свои 16 нихера ничего не сделал. Додумываю, все. Да. Тогда я на балконе минут 10. Тогда я на балконе минут 10 постою и тоже пойду спать. Прыгай. Сейчас девка скинет вот это. Представьте. Которая вот спасли. Сериал про любовь Gacha Life будет куда продуманнее от малолетки, чем про это. Куда продуманнее, куда интереснее. Сериал в Майнкрафте про любовь куда продуманнее, сука. Сериал про антигрифер шоу намного продуманнее, чем вот это. Это да. Там все же простая концепция. Грифер что-то там сделал, там админ приходит к нему, все, происходит дичь. И админ там наказывает. Все. Да. Ну почему... Они все-таки пойдут спать, не зная, что с собой делать. Вдруг с ними что-то случится. Сука, а тут она сделала почти недоблокбастер, блядь. Вот это прям недоблокбастер. Это если что, 12... Нет, это какая? 13-я серия, и у нее 13 говна, видите? Да. Притом она потом говорит, потом пишет так, а озвучки у меня говно получается, оно у меня слетело вся. Потому что она с текстом не может разорвать, какое и озвучивать. Знаете, Пёртл Элис... Это можно почитать, как это, мягкий знак, запятая, они всё-таки пойдут спать. Пёртл Элис больше может разобраться в той программе и понять всё, чем эта камшейк тупая. Но она не знает, что за программа. Она в Капкоте, наверное, монтирует. Опа! Почему? Опа! Дед! Это интересно. Нет, там было тетрадь, там написано. Если дед. Что, это было серия 13 дней назад. 13 дней. Как она еще? Дед! Там был дед. Надеюсь, они уснули, но нужно идти тихо, чтоб никто не заметил. Прыгай с крыши, моя дорогуша. Никто не заметит, уверяю. Ура, нас избавят тогда от сериала. Что, блин, какого хуя она на улице? Стоп, а вы же видите иероглиф там? Где? Японский или китайский? Вот это? Да. Китайский. Да. Вы тоже, когда идете на бал, чтобы людей поубивать, вот так идете? Не, подождите. Они в России, но что тут делать? Что-то связанное с Китаем или Японией? Забей. Чел, понимаешь, что ей даже не нужно на Хэллоуин бал наряжаться, блять, она и так уродливая. Ну да, это по факту. Зомби, блять, не до зомби. Идти без ботинка. Будет тихо. Что?
Ну-ка, подождите, я что-то пропустил. Нет. Стоп. Идти будет тихо, но быстро. Нужно успеть, да. А чё ты машину не можешь вызвать? Просто отойти подальше и машину вызвать, если ты так спешишь. Стоп, а как они услышат на улице что-то? Вот как они на улице? Подождите, вопрос. Если люди резко пропадают, то какой балл? Это да. Какой балл? Это еще одна сюжетная дыра. Ладно. Ни одного человека на улице, даже днем мы не увидели. Еще 50, это, 200 человек на балу просто будет. Не, знаете, прикол будет, знаете, в чем? Она вставит персонажей. Пару из... персонажей. Не-не-не, да. Именно персонажей, которые добавлены именно разработчикам. Не-не, знаешь, как они еще делают? Они еще делают, типа, неважных персонажей просто белыми. Понял? Не, легче взять тех, кого автор. Не, знаешь, легче взять тех, кого автор создал. Легче так сделать. Ну давайте сейчас посмотрим. Я шарю в этом, говорю. Да давайте посмотрим. Вот это ходьба. Вот, подожди, в России. Вот если это все здесь происходит в России, то где там такой же домик можно найти в центре Москвы, если так предположить? А надо учиться искать, мужик. Думаю, минут через 20 буду на месте. Какой через минут через 20? Она написала. Она хреначит просто. Она написала «Будем». Будем на месте. Камшейк её шиза. Не, знаете, но я могу понять, где, какой дом. Это был японский город. Ну, это понятно. Почему? Опять? Опять то же самое болото. Чё за хрень? Бал. Я не думала, что это... Что? Это заняло больше времени, чем я думала. Что бу... Ладно. Бежать, остаться... 8 секунд сейчас будет. Смотрите, спустя... 13 дней назад, ну-ка. 5 дней назад. 8 секунд. В кустах спряталась, блядь. Она от кого-то бежит, подождите. Ну-ка. Ты серьезно хочешь увидеть его? Нормальный это? Текст. Что? А, реально, блядь, нормальный текст, нормальные субтитры. Нет. Ебать, наконец. Что? Невозможно. Невозможно. Мы дождались, ребята. Говорил, что это черный. Я же говорил, что это черный. Негр. Ура. Негр. Он у порта выглядит 14-я серия. 14-я серия. Охуеть. Представьте, те, кто смотрели с самого начала сериал, они ждали год, чтобы его увидеть. Мужики, хлопаем, хлопаем. Знаете, легче было дождаться хлопаем, пятого эфира. Хлопаем, хлопаем. Хлопаем, сейчас похлопаем. А, у вас это, мы не будем хлопать, потому что это у нас шумодав. Ну ладно, пофиг. Не будет, знаете, слышно. Хлопки. Знаете, легче было дождаться пятого гира, чем этого. Да, пятый гир уже выйдет. Да, блин, мне кажется, а это будет еще выходить. Она просто на день рождения этого сериала, блядь, выпустила серию 8-секундную с монстром. Нет, окей, она взяла перекур, вот она тут написала. Да, всего 7 Карлита, секунд. Карлита, хватит хлопать. Я Карлита, же сказала, перекур хлопать. Беру. Вот это перекур. Карлита, хватит хлопать, не надо. Смотрите, вот у нее видео по 10, 11 секунд, 19. А тут почему-то перекур берет. Это же так сложно делать, да? Нет. Скажу честно, но монстр выглядит, ну, не страшно. Обезьяна, блядь. Я думал, что она возьмет хотя бы с интернета какого-то демона. Ну да, хотя бы интересного демона. А это просто в черного чела покрасила, одежду мурвану надела, когти, хвост. И все, в принципе. Это все. И он весь черный. Это не похоже на обезьяну, прям вообще не похоже на обезьяну. У него рожки, вон, рожки у него. Ну, у обезьян есть рога, но только в One Piece могут быть. Знаете, One Piece может объяснить любую дичь, которая будет происходить. Она не сможет. Я думаю, это на этом бреде надо заканчивать. Мы увидели, наконец-то, это говно. Наконец-то, этого злодея, самого главного злодея нашего. Он говно, как и весь сериал.
Да. Что вы можете под конец сказать? Нет, я все-таки хочу договорить. Вот Ода, он может продумать там локацию, притом мир. Она не может, объективно. Ну, притом, ты сравнил, это... ты сравнил. Это слишком завышено. Не, ну, все равно, он, как у него начало было? Он, ну, как бы был никто, это завышено. Но потом уже... Она вообще... Да, это для Лервани. А, да. Ты вот реально спрашиваешь, ой, сравниваешь Гачи и One Piece. Сравниваешь чела, который сам отрисовал, все-все сделал, и где это, просто подвигали персонажа. Нет, просто... ты сравниваешь чела, который там, любит свое дело, с... Подвигаешь персонажа, и все. Это говно. Объективно. Ну да. Я, конечно, странно сравниваю, но все равно. Ну просто не объективное сравнение. Ну блин, ты просто сравнил чела, который любит то, что он делает, с человеком, который не старается над тем, то, что он делает. Да, да, это... фоны пиксельные, хотя можно на нормальном качестве скачать, потом их удалить. Там, кстати, вот эту белую полосу видите, которая деревья разделяет на заднем фоне? Ну, вроде да. Это зона из Fortnite, ребята, зона из Fortnite. Вот это, да? Да. Которая еще почти так. Голубая, да? Да-да-да-да-да. Так, ладно, я привел странную аналогию. Кто-то хочет что-то еще сказать под конец? Так, я вот вспомнил... Я думаю, то, что это полная хрень с огромным количеством сюжетных дыр и с одной забаненной серии. Жалко. Так, я хочу все-таки договорить. Я смотрел, помню, ютубера, который там сравнивал там сериал какой-то. Притом, знаете, какой? Где там просто брали игроков, которые играли там персонажей из Counter-Strike. И то там был сюжет интереснее. Ну да, типа... это мини-эпизоды, и то интереснее. Хотя это профессионал делал. А мы тут... Чел... Даже... Этот чел просто 3 года гачи делает. Даже Rag Days будет интереснее. Там сюжет будет продуманнее и гениальнее. Там даже... Китайская порнуха будет интереснее послушать, чем это. Кто-то, кроме Далервани, что-то хочет сказать? Единственное, что я сейчас хочу сказать, я надеюсь, это будет слышно на записи, но камшейк. Надеюсь, это было слышно. Тихо, но слышно. Ну ничего, ты сделаешь на монтаже потом. Да. Так вот, кто-то еще хочет сказать? Так, Карлик, что-то хочешь добавить? Не будьте гачерами, я хочу сдохнуть. Все время, то, что я это смотрел. Я хотел поменять... Сколько тут серий, блядь? 13? 14, да. И одна забаненная. 13. Я хотел поменять... Пару глаз, блядь. Я хотел вытащить свои глаза и поменять их, блядь. Где-то 13 раз я хотел это сделать. Пиздец. Я мозги. Ну, что я могу сказать? Человек делает объективно 3 года гачи. Срёт других и говорит, что ты говно. А сам он является говном. А открыто говорит то, что он принимает критику, а потом и сливается. Да. Ну что, в принципе, на этом можно заканчивать. С вами был Юнитер. Моникс, Далервани и Карлик. Всем удачи, всем пока. До свидания. До свидания. Не будьте гачерами.